У нас утро, мы идем в школу. Лаврик уже с папой в машине. Перешагивай. Кать, перешагни через собаку и пойдем. Мася, комнатя мой. Ну, Кать. Ой, кот ты мой длиннолапый, длинноногий, длиннорукий. Масюндра, масюндра мой. Катенька, давай скорей. Мила, мила, мила. Потягули, потягули. Все, пойдем. Не наступи на кота. Катя. Давай, Катюш, давай, все, нас уже в машине ждут уже давно. Лаврик быстро оделся, зубы почистил, убежал с папой. Давай, пойдем. Тиктокер. Так, выходим. Смотрите, как у нас красиво цветет. Хочу ли я, могу ли я, магнолия. Там залакировано у Кати, да, красиво. Чтобы они не мешали. Котик, пойдем, автобус уже на перекрестке, Кать. Давай. Пахнет как. Иди понюхай, иди сюда. На. Нравится? Вкусно пахнет, да? Пойдем. Папа уже вон он. Так, автобус одеваем. Давай, обнимашки, обнимашки. Все, давай вперед. Беги, беги, беги. Пока. Какие косички у девочки. У детей сегодня будет outside day. Они будут весь день на улице. Активити всякие у них будут. Пока! У Лаврика, я имею в виду. У Кати обычный день школьный. У Лаврика-то так, халява, пока. Жора, главное лежать, Жора, главное лежать, а, котик мой, а, котик мой, ай, котик, ай, хочу быть котиком, котиком хочу, да, Жорик, котиком, змея ходит лежа, да, да, Жорик, можно лежать всегда, можно ползти, ой, так, ладно, завтрак, срочно завтрак, так, ребята, я приехала в наш Публикс. Мне нужно тесто купить. И у меня, у Лаврика завтра еще попкорн дэй. Сегодня у них аутсайд дэй. Завтра у них попкорн дэй. В общем, надо какую-нибудь небольшую упаковочку попкорна. Но желательно тот, который он ест. То есть тот самый, который мы в Костко обычно берем. Здесь он, я так понимаю, должен продаваться маленькими упаковочками. Посмотрим сейчас. Так, сначала возьмем колбаску. В школу. Так, тесто, тортики, брауни с орешком, без орешка. Так, тесто с утра должно быть. Ой, ну где оно? А, вот оно. Ага. Мало, но есть. Всего два. Ну ладно, мне всего, в принципе, два и надо. И смотрите, дошла до клубники. Сейчас возьму. Здесь три за $10. Три вот такие вот упаковочки за $10. Я взяла три. Так, пошла я попкорн искать, но вот этот он не ест. Этот никто не ест. Он вообще отстойный. Чипсы. Так, надо именно попкорн. Это на ряды. Где-нибудь здесь. Так, вот, еще рыбки возьму. У меня рыбки кончились. Обычные. Ага, о, смотрите. С русалочкой. Так, ладно, попкорн, попкорн. Где его искать?
Не знаю. О, ребята, только хотела сказать, нету его. Вот он, то, что нужно. Вот такой вот платком, как раз небольшие упаковочки. Ну, я возьму две сразу. Упаковки пусть будет. Одну с собой в школу, другую домой. И есть вот такой попкорн. Ух ты, смотрите, есть твикс попкорн. Не знаю, мне кажется, это невкусно. Ну, возможно, конечно. Есть чисто чеддер. А, тоже, смотри. О, а я не знала, что он есть разный. Можно чисто карамельный. Там что такое? Тоже какой-то. Это что? Это обычный баттер. Это чиз. Такой же, что ли, там будет внутри. Ну, такая удобная упаковочка, небольшая. Вот это какая-то более большая. Хм. И вот от бренда Publix, от самого бренда Publix, вот такие вот разные упаковки. И еще и возьми одну и вторую получи бесплатно. Это бренд Publix, буковка их. Так, ну в принципе по попкорнам выбор-то хороший, смотрите. И Сникерс есть, и мини, эти ММДМС. Так, а может быть Лаврик какой-нибудь вот такой в школе, в школу? А, там внутри еще и конфет. А, то есть попкорн полит шоколадом еще. Фу, не знаю, может, конечно, детям бы понравилось. Но экспериментировать, наверное, не буду. А если Сникерс, то что там? Там карамель, шоколад с кусочками этой шоколадки, в общем. Ох-ох-ох. Да, выбор реально прям большой. Ой, смотрите, еще есть какой. Это Apple, эти чипсы, шоколад. Вот, смотрите, еще какой попкорн есть карамельный. А, он там вместе с этими хрустящими этими штучками. Классическая карамель, карамельный попкорн. Хм. Такой вот тоже прикольная упаковочка, симпатичная какая. Взять, попробовать. Возьму вот такой вот еще классическая карамель. Просто у нас дети не особо любители чего-то такого эдакого. Вот им вот классическое подавай. Есть еще вон какой-то. Пинат баттер. Это у нас никто не ест. Ну и в коробках. Там, видимо, его готовить надо. А может и не надо. Real ingredient. Да, там большая упаковка. Его нужно в микроволновку и будет много его. Тоже разных вкусов. Так, все. В общем, я взяла. Так, что я взяла? Я взяла вот эти вот два голубых, как мы любим, и вот этот вот карамельный попробовать. Все, пошла я на кассу. Ой, тут еще мимо иду. Вот еще какой есть. Белый чеддер попкорн. В чипсах тут завалялся. Так, все, я в машине. У меня вышло все на $38. Здесь клубника, тесто, колбаса, попкорн, рыбки. Все. С Пабликсом все. А я сейчас поеду, доеду до нашего европейского маркета. У нас корейка у Левика закончилась. Он страшно просил ее купить в школу. Он ее просто обожает в школе кушать бутерброды. Поехала я в европейский маркет. Там рядом Костка, может быть, туда заскочу. Ну, посмотрим. Как у меня по времени будет, у нас уже время, уже скоро 12. Мне надо еще успеть домой. Так, я приехала. Что-то далековато я стала, были и поближе места. Но у меня там поворот запрещен был сюда. Сюда только отсюда можно повернуть. Так. Так, печалька. Нашей корейки осталось совсем чуть-чуть, но хотя бы столько заберу. Вот эта светленькая. Темная есть, а светлая нет. Сейчас спрошу, есть ли еще. Я там не вижу. Так, друзья, я уже в машине, и у меня тут случилось страшное. Я забыла, что я молоко не купила. Короче, я тут рядом с Костко. Наверное, забегу я в Костко, куплю арбузик, куплю молоко как раз. Ну, все, наверное. Так, я купила две упаковки детских сосисек, как всегда, и коречку мне порезали на $7. Ну, нормально, до конца школы хватит. Ну, в смысле, до конца недели. Не до конца школы. Но до конца недели хватит. На $22 у меня это все вышло. Больше ничего не брала. Все, заеду я, пожалуй, в Костко.
Молоко не купила. И арбузик. Ну, может, тортик возьму, который наш любимый. Костка, друзья, наш любимый, ваш любимый Костка. Парковка полная. О, блин, у меня нету карточки. А, подождите, я сейчас найду. У меня на почте есть. Все хорошо, у меня все данные есть уже в приложении Костка. У них просто фотография не сработает, надо именно в приложение зайти. По фотографии просто не сработает код. Пойдемте. Так, возьмем тортик, раз уж мы здесь с вами. $17, как всегда. Возвращаюсь, арбуз забыла. Уже ушла за молоком, арбуз забыла. Вон они лежат. Так, нашла самый большой и самый грязный. Ну, помоем дома, ладно. И еще бананы взяла. Любой арбуз $7. А бананы я взяла за $2. А здесь не 2, здесь... А, видимо, опять органик, не органик. Я вон на той стороне взяла, там 2 они стоят. Здесь $1.39, видимо, обычные. Да, я вот за 2 взяла. Я здесь проходила. Но выглядят они получше. Так, все, мне осталось молоко и на выход. Морозилка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, один галлончик. 3,68. Все, вся моя закупочка. Смотрите, на выходе из морозилки манговая сальса. Выглядит как интересно, да? Я сальсу никакой не ем, поэтому не могу сказать, вкусно, нет. Ну, просто красивая баночка. Здесь раньше когда-то стояло мое кимчи. Уже давно оно здесь не стоит. Я не знаю почему. Видимо, не пользуются популярностью, не пользуются спросом. Какие-то пельмешки растительные. Гуакамоле. Наши пиццетки. Хумус трех видов. Хумус. Я тоже, кстати, его не ем. Вы мне часто пишете, Лена, что ты ешь. Ну, как-то да, вот то, что ест мой муж, я не ем. Но зато он у меня всеядный, и это прекрасно. Никаких заморочек, что-нибудь да поест. Это реально классно. Так, и, пожалуй, я не пройду мимо водички. Допустим. Холодные хочу водички опять. Так, закупочка у меня вышла на $30 ровно. Ну и, собственно, вся моя закупочка вместе с водой. Все, домой. Так, все, я дома. Собственно, вся моя закупочка. Сейчас сделаю из теста пиццу. Все показывала, все видели. Клубника пахнет обалденно. Попкорн Лаврик выберет уже. Бананчики освободила от этикетки. Молоко, в общем-то, все. Сейчас все раскладываю, сделаю пиццу и скоро за детьми поеду. Смотрите, кореечки хоть и немного было, но хороший такой кусочек мяса и жира не так много. Так, пицца у меня почти готова уже. Я уже все сделала. Любимая пицца теперь нашего Левика. Именно с маринованными грибами, с шампиньонами. Человек, который вообще не ест грибы, их теперь ест в пицце. Он просто не знает о их существовании здесь. Их не видно. И главное ее повыше поставить. Не на серединку, а повыше. А то мокрая будет. Фарш сырой. Так, а у меня пока готовится пицца, снова кружок очумелые ручки. В общем, вчера я эту крысу зашивала. Сегодня у меня нужно отреставрировать молодого человека. Или женщина, это не знаю, но вроде молодой человек. И вот эту даму тоже нужно отреставрировать и засунуть в печку. Так, ну, вроде так. Хотя критики придется тут выслушать много. То цвет не подойдет, то еще чего-нибудь, то жопа слишком красная, то еще что-нибудь будет не так. В общем, сейчас пицца приготовится, вот это пойдет в печку, чтобы оно опять зафиксировалось. Вот, в общем, вот так пришлось сделать. Ну, что делать, вариантов нет. Это собака близко окрепная ее. Хохотушки.
Это как корова, у нее язык как у коровы. Она ближе к с ног до головы. Да, да, что потом это только такое, в душ. А? Надо добуриться обязательно. Вот добуриться. Интересная девочка. Когда новый ошейник купить или новый же ошейник? А это разве не ты должен сделать? Да вы по 10 раз в магазины ездите. Я не выбираю там ошейники собакам. Я только за кошачьим туалетом езжу, и то в Костко. И за кормом. Это, блин, я не могу. Ну что это такое? Все, папа весь чистый. В общем, злобонервным не смотреть, друзья. Папа весь чистый, папа чистый уже, ну. Так, Вовик сходил в почтовый ящик, у меня кепочка вторая пришла, сейчас покажу. Вот она. У меня такая голубая, под голубые светлые джинсы, такого джинсового голубого светлого цвета, и вот такая вот. Она черная или темно-синяя? А? Это не тебе. На, вот такую, на. На. Иди, порви. Не знаю, ты же заказывал. Так, что-то я не могу понять в этом освещении. Вроде темно-притемно-синее или черное. Что-то не могу понять. Все, сожрала. У меня та кепка корейская, голубая которая. А это Made in Myanmar. Давай, мы успеем. Вот. Они абсолютно разные. Вот так, они и пришли в разное время, с разницей в неделю или сколько там. И та у меня прям вся в иероглифах, вся такая из Южной Кореи, очень крутая. А это вот как... Это не тебе, тихо. Вот такая вот. Так, давай. Так, дети мои где-то... А где-то я слышала, Маш. Бассейн! А, вот вы где. Привет! Бассейн. Сейчас Лиза одевается и идете в бассейн. Как дела? Мам, ты уже без носков. Волосы засунул. Наклейку? Отрываю Кате. Ну, наверное, отрезать, а не отрывать. Давайте поднимайтесь. Почему ты все время без носков? Давайте, поднимайтесь. Пойдемте быстрее переодеваться. Сейчас разберемся. Катюх, поднимайся сюда. Лаврик, я сама. Котик, поднимайся. Оторвал? Пошли. Лаврик, быстро, раз, два и готово, что церемониться. Давайте одевайтесь, сидите тогда. Бассейн, так в бассейн. Весь потный, мокрый. Потный, мокрый? А, так у них же сегодня этот, outside day. Что вы делали-то сегодня, алло? Лавр. Просто были на улице? Спряталась. Папа, отреагируй, он там прячется. Эй, привет! Козловка, давай, иди сюда, Роба. Переодевайтесь. Хорошо, давайте. Вы сейчас идете, Лиз? Да, Маша, сейчас. Идите, переодевайтесь в бассейн. Все хорошо. Все, у меня все мои умотали в бассейн, у меня вообще никого нет. Короче, с куклой не все так гладко прошло, как хотелось бы. А где-то еще одна, которую я приклеила, где она? Лаврик ее, по-моему, забрал с собой в бассейн. Ой, в общем, что-то пошло не так. Он увидел вот это вот ожерелье вокруг красное. И устроил истерику, что все не так, все не эдак. В общем, дошло до того, что папа ему заказал еще такой пластилин. У него заканчивается вот это. У него там розовые остались, красные, которые в основном Катя пользуется. Она очень редко занимается творчеством, ей это неинтересно. И ему нужны другие цвета. И, в общем, папа сжалился, сказал, я тебе заказываю другой пластилин, ты слепишь еще одну тетю. В общем, вот этого ожерелья быть не должно ни в коем случае. Короче... Вот ты где, господи, вот ты где. Но здесь, кстати, он ничего не сказал по этой красной заднице. Ну, то ли он не заметил, то ли что, я что-то не поняла. Но, в общем, все внимание было вот этой вот даме. Шапочка зачет, все хорошо. Но вот эта вот красная шея никак не прокатила. Ну, в общем, скоро придет следующий, и будет очередной виток творчества. Вечерний просмотр. Все на диване. Катя где? А где Катя? На полу, что ли? А, вон лапы торчат, вижу.
Левика опять вырубила, опять дрыхнет. Время 6 часов. Я монтируюсь уже. 6 часов. Дрыхнет. Так, Машка делает опять брауни. Так, попкорн. Попкорн. Лаврик сейчас просит попкорн. В общем, попкорн вот этот Лиза открыла, сказала невкусно. Маш, попробуй тоже вот этот, слышишь? Вкусный? А, вкусный. А Лиза сказала нет. Так, Лаврик, в общем, у него вариантов не остается. Ли... Ну, это очень большая упаковка. Наверное, лучше вот этот с собой. Лавр, иди сюда! Пусть попробует. Она его открыла, а Маша... Вот этот, да, тебе понравился, Маша? Да. Вот этот. Оригинал, который. Это просто очень большая упаковка. Не знаю, как. Нет, но она, в принципе, влезет прекрасно. Лаврик, иди, говорю, сюда! Иди сюда. Смотри, ты можешь вот этот попробовать сейчас? И сказать, нравится тебе... Я в школу, какой тебе положить? Вот попробуй. Это. Просто попробуй. Он такой длинный. Да. Ему сырный надо просто. Какой положить в школу? Бе. Уверен? Бе. Окей. А сейчас какой тебе? Сырный, да? Хорошо, их два купила. Они из него сырный выбирают. Но дети едят сырный, а Лёва ест карамельные, и девочки тоже. Тоже карамельный. Сейчас. Так, у Машки готовы печенюшки. Не сняла. Брауни обычный, да, Маш? А, лава кейк. Внутри шоколад. Дети едят попкорн оба. Мила уже стоит, ждет. Пахнет брауни. Просто атас вообще. На всю квартиру пахнет такой пекарней. О, Лёва зашевелился. Глядишь, встанет сейчас. Say it. What is everyone so worried about? That it's all going too fast and could get away from us. Our investors just think that a seasoned CEO could take some things off your plate. That's all. Just free you up to do what you do great. You come up with ideas and let somebody else. Так, все, укладываю уже детей спать. Что это такое прицепили? Каш, чем ты шумишь там? Только убрать это все перед сном, хорошо? Все, уже вечер, уже совсем темно. Давай, я уберу, давай. Окей. Выключаю свет. Чуть-чуть их опять пораньше попытаюсь уложить. Не знаю, как получится. Ну, за окном, можно сказать, почти темно. Время 8:30. Надеюсь, они в 9 у меня уже вырубятся. Сейчас 5 минут поиграют. И баиньки. Арикрин.